Ну что, друзья, а сегодня у нас нереальная новинка от компании Audio System. Немцы, приехал сверхмощный двухканальный усилитель SQ класса, причем истинного. Видите, какая коробка? А вот он, друзья, и усилок. Модель под названием из серии X, модель 330.2. Вот это махина. Класса B, друзья. На каждый канал, вы уже догадались, название, в 4 Ома он может по 330 Ватт. Это вот эти волшебные ватты, которых так не хватает, когда у нас стоит какая-то мощная, допустим, трехполоски, в ней стоят мощные мид-басы, которые идут там уже хотя бы 150 Ватт. А здесь 330. Это не все, это в 4 Ома. Представьте, в 2 Ома заявка по 550 Ватт. Также, друзья, этот усилитель, как пишут, умеет работать и в 1 Ом. В 1 Ом по 825. Можете задуматься даже об эстраде. Также, друзья, мостом этот усилитель может работать. В 2 Ома он мостом выдает где-то 1600 Ватт, а в 4 Ома где-то, друзья, 1100 Ватт. Это просто поразительные цифры. Помимо мидов, уже все поняли, можно им качнуть каких-нибудь мощных 2 SQ саба. Например, в 4 Ома, в 2 Ома, без всяких проблем. Для тех, кто именно гоняется за качественным звуком. Данный усилитель, как мы сказали, имеет классическую схемотехнику и класс АБ. У него хорошее развитое активное охлаждение. Представьте, аж 4 вентилятора. Органы управления у него, обратите внимание, давайте пойдем слева. Зажимные терминалы под силу до, в принципе, 50 квадратов. Для SQ, представьте еще. Преды, обратите внимание, 5 штук по 30 ампер. Где вы такое видели? Мы точно нигде. Зажимные терминалы под акустические провода. Посмотрите, в принципе, аж до 25 квадратов. Есть ход под рем, ну, отдельный регулятор баса продается, если, например, саб будете ставить. Развитый фильтр LPF, HPF, также есть функция FSA. Это так называемый широкополосный фазовыравниватель. Или по-другому, еще его относят, по сути, к временным задержкам. По сути, временная задержка на левый канал. Допустим, для тех, кто отстраивает хорошую звуковую систему. Ну, гейн, ну и, соответственно, под тюльпаны входа. Вот вам такая вот, друзья, нешуточная плита для тех, кто реально хочет качнуть какие-то мощнейшие SQ миды, либо же какие-нибудь SQ сабы. Также смело можете в него цеплять, например, какую-то трехполосную систему через кроссовера. Для тех, кто реально гоняется за хорошим звуком. Вот такая огромная плита. Еще раз, модель Audio System X330.2. Прочная цена тоже недешево. Минимум 25 тысяч рублей за такое в наличии магазина. Да?